Друзья, всем привет! 10 ноября 2024 год. Как всегда, Южное Подмосковье. Вот такой у нас тут молодые сосенки. Серега, передай привет. Ну что, не зря приехали. Решили закрыть сезон. Не зря, потому что... Вот, что долго говорить. Посмотрите, сейчас покажу. Сейчас показываю. Вот он. Ха-ха-ха. Масленок. 10 ноября. Масленок. Ну, не ожидали, что маслята вообще-то приехали сюда за фламулиной. Ну, фламулина там позже будет. И за гигрофорой. Но, тем не менее, масленок вот. Серег, ну-ка, сыри шнурку. Что там? Невозможности нет. Даже. Чик. Хороший? Подморожен, но хороший. Вот. Так, отлично. Не червивый. Так, и у нас идут... У нас идет... Танюш, где ты там нашла? А, сорвала. Так, мухоморчик. Кстати. Вот мухоморчик. Не буду его трогать. Пусть растет. И сейчас... Немножко попозже покажу гигрофору. Ну и вот, друзья, обещал гигрофору показать. Вот они, маленькие гигрофорчики. Желтоватого цвета. Как это называется? Ластена. Вот такой. Такой. И вот такой. Гигрофора. Такое спонтанно созданная корзинка такая. Так. Ну и давайте еще походим немножко. Собираем. Потом поедем за фламулиной. Ну что, друзья, еще несколько штучек. 4. Серега уже сфотографировал один. Вот гигрофор. Так. Вот еще гигрофорчики, парочка. Такие вот они. Да-да-да-да-да. Так. Неожиданно. Ха-ха, маслятки. А вот и маслятки, друзья. Срывай, Серега. Ох, вот маслятки осенние. Подморожены. Так, я пойду за гигрофорчиком. Вот они, красавчики. Так, у нас там еще 3 штучки. Опа, 4. Раз. Сейчас. 2. 3. Длинные ножки у них. 4. Вот такие вот гигрофоры. Ведерочко. Что там еще, Серег? Так, идем. Ага, маслятки еще. Вот еще маслятки. Срывай. Напоминаю, сегодня 10 ноября. 24-й год. Вот еще. Сейчас на солнышко. Поснимаю. Вот они. Бери. Отлично. Закрываем грибной сезон. Вот такие вот. Маслятки. Так. Идем дальше, ищем. Ну что, друзья, маслята продолжают нас радовать. Неожиданно. Вот он, масленочек.
И там еще дальше будет кучка. Вот, так, и вот они, масляточки. Компания такая. 4 штучки. Маслятки. Хорошие. Мягенькие. Еще походим. Вот такая растительность тут. Молодые сосенки. Вперед. Ну вот еще один, еще один масленочек. В такой ямочке. Уже на жареху набрали. Красавчик. Красавчик. Обработаем потом. Будет у нас сегодня жареха. Вот так вот. И тишина. Молодые сосенки. Там вдали. И здесь. Вот так вот. Вот около под сосенкой. Смотрите, какие. Ах, красавчики. Вытаскивай. Маслятки, да, вытаскивай. Они слиплись немножко. Это ж маслята. Понятно, что размер. Да, он червивый. Второй. Тоже червивый. И третий. Вот третий. Хороший, скорее всего. Да, Серега, срежь, срежь. У меня ножницы. Ну и ножницы, какая разница? Чик. Ну да, немножко под шляпку режь. Ну и ладно, червивый, червивый, по крайней мере. Еще грибы есть. Пойдемте еще поищем. Ну тут, видите, друзья, попеременно. То маслята, то гиграфоры опять пошли. Тут их несколько штук. Есть маленькие совсем. Вот, вот, вот тут уже хорошие. Так, вот еще одна. Вот парочка. Такие вот. Вот еще. Ну и тут еще малыш маленький растет. Не буду его брать. Вот так вот. Ну, ведерочко наполняется потихонечку. Ну, вот еще тут целая толпа гиграфорчиков. Некоторые уже даже смогли раздавить. Их очень плохо видно. Особенно в тени. Вот они. Видите, какие ножки длинные. Да вижу, вижу. Да. Танюша мне показывает. И лучше видно. Так. Так. Такие. Вот раздавленные. Такие селедки. Так, где еще? Где это показывала? Вот это три. Это плохо. Ну и все. То что, вот такой урожай с одного места. А вот еще одна, да. Жареха сегодня будет хорошая.
такую елочку бы домой. Красавица. Что-то меня зовут. Пойдемте, друзья, онлайн. Погода, кстати, прекрасная. Плюс 7 градусов. Красота. Вот так вот 10 ноября вам. Так, что вы там нашли? Просто. И ходили сколько человек. Это вы здесь с Танюшей вдвоем ходили? Мы ходили, да. Опа. Вот так мы ходили. Вот, видите, лежбище котиков. Маслята. Ну, давайте, забирайте. А вон еще у Танюши. Это все у Ани. Маленький Андрюха. Вот. Ань, с ножом нарежь. Да, так что у нас сегодня точно будет жареха. Вот такие вот маслятки. Масляточки. Осенние. Смотрите, какие ножки. Красота. Ой, да хорошо, так. Да. Они хорошие, да, хорошие, все классные. Так, ну все, сейчас срежем, пойдем дальше. Ну что, друзья, покинули мы молодые сосенки и переехали в такой лес, осина, молодые елки. В общем, тут вырубка. Да, подойдем. А тут, смотрите, какой. То, зачем мы сегодня ехали. Фламулина бархатисто-ножковая. Рядом ложная опята. Такие вот. А это фламка. Зимняя опята. Самый цимес. То, зачем мы сюда и ехали. Вот она, красота. Смотрите. Вот она, красота. Танюш, весь куст сразу сорвал. Вот так вот. Ой. Жарёх сегодня будет, друзья. Так, пошел я в следующее место. Огромная ель, сухая осина. И спускаемся вниз по сухой осине. И смотрите, фламулина. Это то самое второе место. Аня нашла. Сейчас к Ане пойдем. Красотища. Мелкие тоже забираем, потому что сейчас будут морозы. Они заморозятся, но фламулина после потепления размораживается. Это гриб морозостойкий. Вот так вот. И вот эти еще. Все. Идем там. Аня зовет. Третье место. Идемте. Ну что, друзья, третье место. Пришел в третье место. Ну, начинаем вот так вот, да? Маленькое гнездышко. Потом переходим на вот это дерево. Вот они стоят. То есть, ну да, стоят. И самое большое количество это вот. Прямо по лежачему дереву. Вот они стоят. Это все зимние опятки. Не буду снимать процесс собирания. Вот они. С черной ножичкой. С черной ножичкой. Ножичка убирается. Гриб промывается. Он такой маслянистый. И на сковородочку. Никакой варки, ничего не нужно. И он такой чуть-чуть сладковатый. Главное не пересолить. Вот так вот. Красота. Страшная сила. 10 ноября сегодня, 24-й год. Закрываем сегодня грибной сезон. Друзья, вот такой лес. Осина, елка. Больше ничего. Переместился буквально минут, наверное, 10 прошло. И смотрите. Тын-тын-тын-тын. Тын-тын-тын-тын.
И за палочкой еще за этой. Вот. Вот такие вот они зимние опятки. Бархатистоножковая фламулинка. Корзина сюда. Ну и сейчас это все буду срезать. И, наверное, на этом хватит. Много не будем собирать. Вот. Почти будет полная корзина. Ну, покажу потом результат. Вот. И Аня там нашла. Все. Собираю. Так. Ну что, друзья. Вот. Аня меня позвала. Вот, смотрите. Дерево улеплено. Все. Улеплено с двух сторон. И тут. И тут. И тут, и туда идет. В общем, и там тоже, с той стороны. Вон оно, аж до конца. Аж до конца. Вот так вот. Так что будем сейчас все это срезать потихоньку. И это, наверное, уже все. Нам хватит. Результат будет скоро. Ну что у нас, вот так сегодня получилось. Закрыли мы сезон грибной. Сегодня 10 ноября 2024 год. И вот так у нас сегодня получилось классно. Здесь гигрофоры с маслятами. Вот. Два плютей оленей. Но это они уже, девчонки уже шутят. Плютей оленей. Но это мы не собираем. Маленькая корзиночка с фламулиной. И большая корзинка, почти полная, с фламулиной. Вот, поэтому отлично мы сегодня сходили. Закрыли мы сегодня грибной сезон. К вечеру понижение температуры до плюс 1. Сейчас плюс 6. И дальше уже все. Дальше пойдут уже минус, плюс небольшие. Поэтому наш грибной сезон закрыт. Ждем следующего грибного сезона. Весенние строчки-сморчки. В 2025 году. Всем удачи, но канал продолжает работу. Я еще буду делать ролики. Не обязательно грибную тему, но все равно. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем добра и мира.